Mergem mai departe. Acum, Alexander Lukashenko susține că nu a știut că Vladimir Putin va invada Ucraina. A spus-o într-un interviu unde a mărturisit că liderul de la Kremlin l-a rugat să-i apere spatele. În plus, susține Lukashenko, Putin nu împinge Belarusul să intre în război, iar Ucraina și-ar putea pierde tot teritoriul dacă va continua lupta. У нас не было никогда разговора, вот прям в канун военных действий, что война начнется. Я вам клянусь, что у нас не было разговора о том, что Россия там будет совершать какие-то действия против Украины. Единственное, за несколько дней или там за сутки, я уже не помню, мы с ним встречались, у него в загородной резиденции и обсуждали ситуацию, которая сложилась, он мне дословно сказал. Впервые тоже об этом вам говорю. Он мне говорит: слушай, Саша, ты знаешь, такая ситуация, если не дай бог, что случится, ну мы союзники, конечно, союзники, все знают наши договоры. Против России кто-то воюет, мы вступаем в войну, против Беларуси они вступают в войну. Если вдруг что случится, я говорю: слушай, что может случиться? Ну всякое может быть, ты прикрой меня, пожалуйста. И так может справиться с кем угодно, но... Стрелять русским в спину мы не позволим. Помните, это было связано вот с просьбой Путина? Ты прикрой меня, пожалуйста. Он опасался, скорее всего, ударов в спину.